Помидорное сражение вновь разгорелось в испанском городке Буньоль. После двухлетнего перерыва сюда вернулся знаменитый фестиваль «Ла Томатина». В этом году в нем участвуют 15 тысяч смельчаков. Битва начинается в 10 утра на центральной площади города и длится ровно час. За это время 130 тонн спелых томатов превращаются в реки помидорного сока и мякоти. В сражении каждый сам за себя, но для всех действует правило – помидор перед броском нужно раздавить. Я встретил здесь много людей из других стран. Нам всем это понравилось. Мы вместе танцевали и развлекались. Мой лучший день в году. Все прошло, как я и ожидала, но я не думала, что полетят нераздавленные помидоры. Это было больно, но все равно весело. После сражения стены зданий и улицы отмывают пожарные машины, а участников битвы окатывают водой из шлангов местные жители. Это уже 75-я «Ла Томатина». Считается, что начало ей положила битва помидорами между друзьями. В годы диктатуры развлечения запретили. В 70-х годах традиция возродилась и стала еще популярнее, привлекая тысячи туристов со всего мира. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.